Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, и 26-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 3. Ну вот, в прошлой части мы с вами вылечили генофаг Круганов, к сожалению, погиб наш старый приятель и сопартиец по второй части Морден Соулс, пожертвовал своей жизнью. Ну, в принципе, он, наверное, был рад этому, потому что он в группе команды исследователей был, которые модифицировали генофаг, вот, что привело к большому количеству жертв среди кроганов. Ну а здесь он как бы искупил свою вину. Давайте поговорим с адмиралом Хакетом. Не о чем говорить с ним. И в конце предыдущей части мы с вами получили сообщение с цитадели. Посол Соларианцев, он сказал нам, что уличил в перечислении больших неподконтрольных никому денежных средств, он уличил в этом посла Удину. Наконец-то его поганый нрав вырвался наружу, и нам сейчас нужно как можно скорее лететь на цитадель. Итак, боеготовность. Ну, что-то как-то так. С боеготовностью. Мультиплеер я не играл, поэтому у нас всего индекс боеготовности 82. Но... Так, турианские подразделения, инженерный корпус, плюс еще всякая чушь. Что еще у нас тут есть? Так, мы заполучили кроганов. Кланы кроганов 300. Клан Урдно 300. Крогны-наемники. В общем, нормально. Излечив генофаг, мы привлекли кроганов на сторону турианцев. И сейчас они ведут наземные бои с миньонами жнецов на половине. И за счет этого турианцы согласились помочь своим флотам. А как известно, у турианцев самый большой флот из всех известных разумных рас галактики. Согласились помочь своим флотам Земле. Казари. Схема нервной системы Хасков. Так, в Альянсе что у нас? Первый флот Альянса. Ну, что-то мы там с вами надыбили. Так, минералы, поддержка. Инопланетяне. Что-то новое, опять же. Ну, запасы нулевого элемента с Омеги. Это Ария, как и обещала, после выполнения дополнения Омега, она нам предоставила 300 нулевого, 300 очков боеготовности, аж офигеть. Общая сила войск. И флот Омеги. Ну, не такой, конечно, большой, но нормально. Вот. Собственно говоря, как вы видите, здесь у нас примарха турианцев уже нет, и Урднот остался на Тучанке. Так что сейчас их здесь нет. Последующая байда будет происходить как здесь, так и там, но это уже со следующими персонажами. Но это будет не сейчас. Так, и в данный момент времени можно попытаться поговорить с нашими сопартийцами, ну, заодно с Джокером и Сюзи. А вот сюда. What's the first order an alliance commander gives at the start of combat? Это анекдот, если кто не знает. I give up. Сдаюсь. Correct. Точно. All right, big guy. What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spiky monster? Friendly fire. Come on, that one goes back to Shang-Chi. How you gotta respect the classics? How many humans does it take to activate a dormant mass relay? 602. 600 to vote on it, one to ask the Asari for technical help, and one to request a seat on the council afterwards. How do you know when a Turian's out of ammo?
He switches to the stick up his ass as a backup weapon. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? You're shitting me! The Turian military has one about me? Oh, absolutely. I heard it myself from a private back on Palavin. All right, why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? So their Marines can beat someone in hand-to-hand drills. Damn, you need to tell James that one. Hey, what's the hardest part about treating a Turian who took a rocket to one side of his face? Figuring out which side took the rocket. Нормально, анекдоты травят. Так, и Сьюзи сейчас нет, она где-то в другом месте. Never thought I'd see the Krogan and the Turians team up. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. I'm sorry about Morden. He was a good man. Yeah, he was always running those tests. One time he tagged me in the middle of the night to ask how many livers humans had. And this bump on my elbow? He said it was just a mild bone deformation, but I'm pretty sure he stuck a probe in there. I'm glad it was just your elbow. I always thought he was crazy. Useful, but crazy. Then he gives up his own life. To save the Krogan. Doesn't do much to disprove the crazy theory, huh? I guess not. But he was one of ours. So now that we got the Krogan and the Turians, what now? The Krogan help us turn the tide on Palavin. They can shoot at something useful for a change. Dig till we hit daylight, huh? Works for me. So how does it feel knowing Krogan will be singing songs about you until the end of time? I think it would be an honor. There's enough misery in this universe. It's nice to see something go right for a change. Can't say I've ever really witnessed history in the making like this. Well, except for Sovereign attacking the Citadel, and then there was the Collector base, but this one felt good. And let's hope Rex keeps running the show on T'Chanka. Maybe we should hire a food taster for him. Imagine the carnage if some young, hot-headed Krogan took over. That could happen. I know. It's a chance we have to take, but I have to say, if it wasn't my own world that needed the help, I might have taken that Salarian deal. I could never bring myself to do that, no matter what I was offered. I admire your restraint, Shepard. It's nice when we can save the galaxy without destroying another race along the way. Let's hope our luck holds. Так, больше ничего, по-моему, не скажет, да? Commander? I wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house on T'Chanka. I wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house. Так, сейчас Сьюзи надо еще найти. А, ну, до этого к специалисту трейнер. Ну, вряд ли она нам сейчас хоть какой-то квест даст, потому что основной у нас квест на цитадели будет. Сейчас там заруб не по-детски. Admiral Hackett has requested your help with the Cerberus fighter base on Navaria. Значит, нет, все-таки дали. Так, оповещение НСА, новая статья «Жнец» с автоматической рассылкой. Феррес, группа колонистов на Ферресе, организовала оборону против наступающих сил жнецов. Удерживала их достаточно долго, чтобы мирное население из ближайших колоний успело эвакуироваться. Неформальное ополчение «Надежды Джу», которое, как утверждается, пережило нападение гетов несколько лет назад, пресекло первые попытки жнецов высадиться на планете, проявив при этом умение и сноровку, характерные скорее для опытных бойцов. Колонии пользуются в боях как импровизированным оружием, так и боеприпасами, добытыми в заброшенном здании «Экзогения». «Эта колония наш дом», — сказал ее представитель Элизабет Бэйном. «Мы переживали худшие бои, мы знаем, как сражаться вместе». Ожидается, что колонисты успеют провести полную эвакуацию до того, как на колонию придут новые войска жнецов. Информационные партнеры новостной сети Альянса. Ну, помните, в первой части на Ферресе, если мы их спасли, то мы получим к общей силе войск еще и колонистов на Надежды Джу. Ну, почему они так эффективно сражаются, помните, мы с вами говорили, они изначально попали под действие Тарианина, это такое древнее существо, и вот сейчас у них что-то, ну, на вроде симбиоза. То есть они могут координировать свои действия вне зависимости от
использования каких-то технических средств. Как-то так. Еще деремся. От Шаала, вот, опять же, оттуда. Уважаемый капитан Шепард, не знаю, видели ли вы новости, но на всякий случай извещу, что жители Надежды Джу снова взяли за оружие. В этот раз мы сражаемся с жнецами, а не с гетами. Не знаю, помните ли вы меня. Ну, на второй части мы ее тоже видели. Вы помогли мне на Элиме с медицинской проблемой. Трианин мертв. Я могу это подтвердить, но в наших телах остаются споры, и мы в какой-то степени до сих пор соединены. Это вовсе не обязательно плохо. Сражаясь со жнецами, мы ощущаем себя единым целым, чувствуем друг друга и действуем как общий разум, не обращая, если того требует дело, внимания на боль. Я уверена, что до сих пор одурманена. Я помню, как голос властелина звучал в моей голове, когда я, как рабыня, охотно повиновалась Трианину. Но моя связь с жителями Надежды Джу все же сильнее. Она заглушает голоса жнецов. Сложившаяся ситуация довольно тревожна. Возможно, колонистам следует разорвать эту связь ради их же безопасности. Но единый разум помогает необученным солдатам воевать, словно ветеранам-десантникам. Наш отряд силен. Я не забыла, как вы помогли нам, как пощадили меня. Скоро мы покидаем Феррес, и когда придет время, будем сражаться вместе с вами, Шаала. Ну, Саран отдал Шаалу. Шаала, она, если кто забыл, она путешествовала с мамой Лиары, матриархом Бенезии, вот, и ее дали Трианину для того, чтобы получить информацию о коде Портаан. Ладно. Впечатляющая работа от генерала Каринфуса. Капитан Шепард, когда вы впервые прибыли на Мэна, я не мог понять, как вы сможете помочь нам бороться со жнецами, забрав у нас одного из лучших генералов. Но теперь, когда я вижу, как истребители турианцев и крогнов совместно атакуют эсминец жнецов, я должен признаться впечатлен. Вы заключили союз, который многие считали невозможным. Возможно, Палавен все-таки будет спасен. С большим уважением, генерал Каринфус, командование Мэна. Дети от Урднот Рекс. Шепард. Я с радостью снова примусь делать детей. Скажем так, когда война окончится, я сделаю все, чтобы пополнить популяцию кроганов. Ты нам очень помогла. Я горд, что могу называть тебя своим другом. Ева сейчас в Кельфикской долине призывает на помощь воинов из других кланов и разносит повсюду вести. Она станет отличным лидером. Многим мужчинам не нравится, что я делюсь с ней властью. Но тем хуже для них. Решать-то мне. А сейчас мы будем спасать турианцев. Они, кажется, уже забыли, как держать в руках оружие. Да, забавно, он подпись главное не ставит. Так, прискорбное решение от Долатрисы Линрон. Это от главного командования саларианцев. Капитан, я крайне разочарован вашими действиями на Тучанке. Я, как мне казалось, вполне наглядно объяснила вам, что сцеление генофага в долгосрочной перспективе возымеет свои последствия. После победы над жнецами наши объединенные войска будут настолько истощены, что ни одна раса в галактике не сможет сдержать возрождающуюся популяцию кроганов. Более того, кроганы без сомнений захотят отомстить за генофаг, и в числе первых их целей окажется Соларианский союз. И когда этот день настанет, капитан, кровь моего народа будет на ваших руках. Я также с огромным огорчением узнала, что, выполняя ваши приказы, пожертвовал жизнью наш ученый. Это черный день не только для моего народа, но и для всей галактической цивилизации. Долатреса Линрон, Соларианский союз. Да хрен с ней. Пошла она лесом, полем. Вот, мы получили военные ресурсы в виде колонистов Джу. Значит, у нас сейчас, давайте воспользуемся картой галактики, должны появиться новые, ну, может, не новые, хоть какие-то там звездные системы, блин. Так, что у нас тут? Все нормально? Так, Кроганская ДМЗ. Итак, вот это вот, по-моему, появилось. Это Туманность Конская Голова, база истребителей Цербера. Ничего нового у нас, по-моему, не появилось. Бассейн Анос, Пийский Крест, Скопление Итона. Блин, народ. Не помню, блин, Скопление Итона там что-нибудь есть или нет. Сейчас я гляну. Уж меня извините. Скопление... Так, Скопление Итона что-то вроде бы должно быть. Полетели. Скопление исхода. Это скопление тона, да? Ару. Не ару. Так, да, скопление тона. Давайте посмотрим. Значит, ару.
Здесь вообще-то есть чем поживиться. Сейчас мы этим, блин, поживимся по-быстрому. Это родная планета Волосов и Руна. Да что ж, как-то это сканирование не по-правильному делается. Почему направо это скотина не показывает, а только налево? Сканер. Книга Пленикса. Как помните, рядом с Барлавоном стоял, по-моему, там какой-то из торговцев. Вот. Ему она нужна была, эта книга Пленикса. Так, это Черксап. В честь божества планета названа. Ну, Волосами. Фабрикационный модуль Волосов. Это опять военный ресурс. Жнецы уже подлетают, да? Так, что у нас поближе? Давайте Иссури. Попробуем. Иссури, по-моему, вот здесь. Да. Гады, блин, как быстро реагирует. Дредноут Волосов в Квуну. Это плюс, там, я не знаю, 30, по-моему, очков. Но может чуть больше. Это к военным ресурсам имеется в виду. Так, давайте. Вон они уже здесь, да? Так, ну нам валить надо отсюда нахрен. Так, Сату Арт. Здесь тоже есть ресурсы. Арт. Вот так вот эта планета. Нет? А почему нет? Охренеть. Сейчас мы влипнем нахрен. Ёптеть. Ладно, потом посмотрим. Ладно, система Нура. Все странно. А, ну, знаете, почему Сатуарт нам не показали? Это, скорее всего, из-за того, что у нас миссия на цитадели не завершена. Поэтому, скорее всего... Ну, и здесь есть такие косячки небольшие. Так, вот здесь. Блин, давай. Омакер, планета Сад. Чуть попозже туда слетаем, наверное. После цитадели уже. А сейчас, наверное, все-таки задание Н7, наверное, выполнит. Так, архивы разведки Волосов. Зашибись. Что они дают? А, это нам в плюс для нашего каких-то улучшений, наверное. Так, топливо. И валим отсюда ретранслятор на Ару. Как раз топливом подзаправимся чуть-чуть. Так, это остатки топливного склада, ну ладно. Бывает. Давайте посмотрим, может быть, еще добавилось что-то у нас. Туманность Петра, здесь ничего нет. Так, подождите, Коршун. Сигма Близнецов, Гаммаида, Парская, вот Бета-Аттики. Этот народ не помню, честно говоря. Опять же. Бета-Аттики, наверное, все-таки есть что-то. Хотелось бы...
Геркулесе, да? Так, Геркулес. Это здесь. Топливо. Эй. Блин, заплыл непонятно. Здесь что ли? Массив интерфер. В общем, какая-то хрень для горна. И следующее, по-моему, ТЗ, да? Ох, нифига. А, ну, нам хватит, наверное, топлива. Должно хватить. Тем более там есть чем поживиться. Так, поживляться будем где-то здесь. Вот ферс как раз в тему, да? Приземлиться мы, к сожалению, не сможем. Что за военный ресурс-то? А, ученые экзогени. Блин, а они-то там откуда? По идее, еще в первой части экзогени свернула свою лабораторию. Они там Трианина этого изучали. Ну, хрен его знает. Валим. Заметили, что жнецы в эту интересную игру «Схвати нас за жопу» уже как-то стали агрессивнее, более играть. Разором скопления Нинма там нет ничего. Ну, имеется в виду из ресурсов. Это мы уже на бездну Шрайка изучили. А туманность полумесяц, пределы Смарт тоже. Пустоши минуса, там фигня. Знаете, в Кроганскую заправиться не мешает. Там топливо одно осталось и туманность конская голова. Единственная звездная система — это ПАКС. Ну, топливный склад, кстати, и Наверия. Ха-ха. На базе истребителей будут какие-то полезняшки, по-моему. Это по-любому. Давайте берем Гаруса и Джеймса. А, блин, я забыл поболтать с этими самыми. С Лиарой. Ну и с остальными, кто там у нас был. Так, в следующий раз поболтаем. Сейчас с этого задания вернемся. Так, ладно. Новое вот то, что мы сами нашли, это игла стрел Грааль. Это кругунское оружие для охоты на молотильщиков. Соответственно, заряжается большими иглами. Так, ну вот у нас есть еще грабитель, который мы нашли. Блин, да, если пофиг абсолютно. Давайте его, что ли, возьмем. Адаптивный глушитель. Так, снайперская винтовка Гадюка и Адас. Ну, вроде бы все. Сейчас только, наверное, даже не знаю, тут еще у Гаруса тут дофига чего можно вкачать.
Так, менее всех членов отряда. Нормально. Оглушающий выстрел, наверное, все-таки. Скорость перезарядки. Да, вообще хорошо. Джеймс тут, блин. Задержка перезарядки щитов. Опять в членов отряда вкачиваем. Запас гранаты. Щиты, наверное, все-таки, чтобы пробивало. Бойня не так важна, как ему оборону сделать. Замедление умений, чтобы не было у него. Ну, вроде как-то и так. Я даже не знаю, но вот ударная волна — это вообще бесполезная фишка для в третьей игре. Крюк патроны, что ли, качнуть? Нафига мне кого-то замораживать? Ладно, потом разберемся. Не так уж и важно. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's gotta be now. Let's do it. Это еще одна мультиплеерная карта. База Белый называется. Части. Ну, это не совсем классическая мультиплеерная карта, потому что ее при апгрейде ее изменили, вот здесь проход сделали. Изначально она выглядела именно так. Ну, чтобы жизнь медом игрокам не казалась. Так вот. Так вот здесь улучшение пистолета. Компьютерные консоли. Ежедневный отчет, сержант Паркер. Обработан весь персонал базы. Протоколы интеграции обновлены успешно. Вот тоже всех обрабатывают тут направляли. Вот здесь проход на мультиплеерной карте. Там что-то там война какая-то без меня происходит. Бывает. Запчасти. Опять же. Здесь ни хрена не понимаешь. А, вот. Сейчас, секунду. Медицинская станция. Давайте еще здесь пошариться. Надо. Здесь больше ничего нет. Хорошо.
теперь можно попытаться отключить станцию обороны пушки. А пусть Джеймс фигачит. Do my best, Commander. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Commander, I've been flushed from cover. Retreat to minimum safe distance. No problem. Cortez, get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Warning. Warning. Security breach. Anything else? Гарус там фигачит. Эй! Кто там палит такая? Ты думаешь? Commander, shutdown command has to be synced up from the console. Подожди. General order 7/7 triggered. Establish contingency defenses. Heavy deployment to the landing pad, Commander. And that's where we need to go. Grab cover. Чё, вот отсюда пойдем, наверное. Мстительница, снайпер с катабазы. Кто-то полетай просто сразу же. Вы вдвоем там летайте. Ордут, несем потери. Снайперис. Кортез, I read you. Come in. Тоже, блин, Гарус, что ты стреляешь? Надо его перезагрузкой фигачить. Там стрельбу, блин, устроить. Все, что? Не, все живой, сука. Все. Развалился. Правильно, Джеймс. Привычные царапины. Давай, подбирай уже. This was a major victory, Commander. A crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. I figured
figured you'd be more sympathetic to someone joining Cerberus. You've never been big on aliens. Yeah, I enlisted to kick ass, just like everyone else. But I need a better reason than it has scales to go kill somebody. And if Cerberus is taking our dishonorable discharges and Cat 6 washouts, it's just one more reason they're not worth a damn. Chief Engineer Adams would like to speak with you down in the engineering. Да, инженер Адамс должен с нами поговорить еще. Сьюзи вернулась на свое привычное место. Ну ладно, какой-нибудь разговор не услышал. Damn, I could really use something to shoot right now. Commander. Кого-то решил пострелять, Джокер. Maximum dynamic pressure is approaching. Throttle down for minimal resistance. Thanks, Mom. If that is how you categorize me, I will tell you to stop slouching. Hello, Shepard. Слышь, меня так называть, совета не горбится. Прикольно. Так, никаких новых сообщений там. А, что-то есть уже. Так, Надежда жива. От Турднот Бакара. Капитан, пишу тебе из Кельфикийской долины на Тучанке. Жаль, что ты не видишь ее своими глазами. Я вижу, как у нее стекаются кругуны со всей планеты. Их так много, что я потерял счет. Они все услышали новость. Мы наконец-то свободны. Эпоха страдания окончена. Никогда больше кругуны не будут бояться давать потомство. Никогда больше они не будут бояться боли и страданий, которые может принести беременность. Я не знаю, что уготовано судьбой моему народу, но обещаю тебе, что твое решение поверить в нас не станет напрасным. Мы будем драться со жнецами не просто ради славы. Мы будем драться с ними потому, что знаем, после победы у нас есть будущее. Я посвящу всю свою жизнь странствиям по Тучанке. Я разнесу по ней слова, которые ни один кроган не слышал уже почти 2000 лет. У нас есть надежда. И этим, капитан, я обязан тебе. И этого я никогда не забуду. Так, Омега. От кого? Брей. Тема Омега. Омега постепенно успокаивается. Похоже, когти станут новой службой безопасности на станции. Их вожак что-то сказал о том, что почтит память Кандрас. Было бы очень мило, хотя все сантименты они подкрепляют оружием. Будьте осторожны и помните, что как минимум один батареанец не желает вам зла. Брей. Это помощник Ари. Так, это с нами ничего обсуждать не будет. Сейчас пока... Пойдемте с остальными членами экипажа поболтаем. Так, Лиары в Лиары. Гарус в главной батарее. Чаква свернулся обратно в лазарет. Нормально. Опять этот курсант здесь. Take care, хочет она с нами говорить. Ну, с Гарусом мы вроде уже в прошлый раз потрепались, но может еще что-нибудь там вякнет. How's it going? Ничего не скажет. Excellent find, Commander. The information network terminal has been updated. Новый апгрейд, который мы с вами нашли. Так, архивы разведки волосов. Увеличение урона от навыков или дополнительное здоровье. Увеличение урона. Так, что-нибудь на терминале серого посредника. Транспортные потоки. Рост по транспортного потока на ретрансляторах. The genophage cured. The Krogan have no reason to hold back now, do they? Rex knows what he's doing, but can he keep the Krogan in check? Or will this be the start of another Krogan empire? Eve's organizing the female Krogan. She reminds me of some of the more formidable matriarchs I've known. The Krogan won't let themselves fall by the wayside again. Not like they did after the rebellions. We'll have to get used to them having a bigger part in the galaxy.
I hope the Krogan live up to their ancient legacy, and for the better. Thanks for coming by. Да тебе не хворать. Так, теперь сначала на инженерную палубу. Этот NPC-ун, который лазит, блин, по Нормандии кругами, честно говоря, раздражает не по-детски. Фига было его туда фигачивать. Jennifer is here, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgram City Council. I don't think I've heard of Milgram. Which planet is that again? Beckenstein. It's right next door to the Citadel. I'm a colony kid. Commander, got a minute? What do you want to know? You've just implemented a cure for the genophage. Millions of Krogan will start fighting the Reapers. What do you say to people who think humanity is starting another Rachni War and Krogan rebellions? It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best. Meaning? The Krogan were heroes once, and they want to be heroes again. We're giving them that chance. Are you aware that Clan Erdnot is already petitioning the Council for an embassy and right to a colony world? The Krogan are coming to the aid of a Council homeworld. That's more than a lot of species can say. I helped them get the genophage cure. Anything more is between the Council and the Krogan. There it is, straight from Commander Shepard. Until tomorrow, this is Diana Allers. Good night and stay strong. Okay, I'll cut that together with the rest of the segment and send it to Command for approval. Commander. Ладно, Кроганов плюс еще нам добавились за счет этого интервью. Что там Явик нам скажет интересного? Commander. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Sounds like Miranda. And Adrell. There was illness in him. Pain. And the Krogan we met, who lived in these quarters, he was undergoing a metamorphosis. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that, reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. Was this imperative just your scientists' opinion, or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise, we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life. Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war, taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me. As stone is shaped by the one who carves it, this stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander, war is our sculptor.
and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this and we'll both be set free. It seems you believed Protheans built the mass relays. The Reapers are cunning in their deception, allowing life to flourish, century upon century, letting us believe ourselves the masters of the cosmos. Then the truth becomes known. There are monsters in the dark spaces, and we are their prey. Your Liara Asari asks many questions. You'd think she'd never seen a Prothean before. Вообще-то не видел. Commander. Так, ну он не даст сейчас нам прочитать вот этот вот его кристалл. Это будет позже, второй, третьей игры, наверное. Так, сейчас не забыть Адамса посетить, что-то ему там надо. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See, Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Those are two separate things. Doesn't the existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's going to explode. Commander, remember the problem I mentioned? About a core overload possibly venting into the engineering compartment? Говорил. Donnelly, Edie and I have been brainstorming and comparing notes. Короче, нужно какую-то хрень купить очередную. IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Термотруба GX-12. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. Are these modifications really necessary? It's a safety issue, not exactly critical. Under extreme conditions, like heavy bombardment to the kinetic barriers while traveling at peak flight speeds, plasma can vent into this compartment. It would vaporize anyone standing in this room. Тогда это критично. More serious than just a safety issue. Well, under those conditions, odds are you're about to lose the entire ship anyway. But we want every advantage we can get, right? I'll look for one the next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. Это не за что. Так, это одно из второстепенных заданий, которое можно выполнить на Цитаделе. Ну, из тех, которые мы в первой части игры выполняли. Так, остались Кортес и Вега. Блин, где они там тусят? Так, Кортес опять там что-то с Кадьяком. That last mission on Novaria shows why I love the Kodiak. All you did was drop us off and bug her out. How are you proud of that? I seem to remember being shot at the whole time, and everyone coming back in one piece, Mr. Vega. Yeah. Next time, park it and come join the party, Esteban. Everything is in order. Ну, как сказать? Джордж пилот, а не десантник. I was looking at the specs on that Reaper you took out on Tachanka. That was one of the small ones? Don't get me wrong, it's still dead, but damn. There was nothing small about it. Hey. Ну, вообще-то, да, он как что-то по типу эсминца. Это небольшой жнец. Так, что у нас тут есть? Мотыга нафиг.
Защитник, Мститель, Яросель, Кены, всякая фигня, Скорпион, да ну его. Аргус, Клык, Валькирия. Гамол я вообще прокачал, или что там, прокачал из снайперских винтовок. Гамол, Гадюка, Индра, Клык, винтовка Коризы. Все-таки возьмем Гадюку для следующего задания. Что здесь, блин, с интерфейсом-то? Терминус. Герметичная броня. А чё? Гулять так гулять. Это полезная штука. Тепловизионный прицел. Если еще вдобавок бронебойную сделать, модификацию, сквозь стены прошибает напрочь. Так, шершень, пистолет, пулемет. Тоже можно купить. Это кто был? Батарианская. Есть вот броня дракон. А чё, давайте дракона купим. Ха, пофиг. Снабжение Сирта. Запас панацелина. Третий уровень. Киншаса. Броня Инферно. Ну, как сказать. У неё хорошее восстановление умений, и урон от умений увеличен. Так что. Так, есть визор Куваша. О, хороший визор. Запросы спектра. Вот, есть у меня такая хрень, как чакра-момет. Кидается легкими дисками. Это из дополнения, по-моему. Это еще хрень. Фиг его знает, давайте возьмем. Так вот, стабилизаторы нагрева. По-моему, вот это вот. Надо взять. А, где-то мы их не нашли. Плечники, запас, запас. Теплопередача. Так, это вот эта вот фигня, которая инженеру Адамсу нужна. Вот. Так, блин, что-то я тут уже... Блин. Уже столько же, как предыдущий заплыв на Тучанке получился. Но это, ребят, это за счет именно... А, болтология. Броня дракон. Возьмем. Или ну и нафиг этот броня дракон. Мне его визор нафиг. Где там Куваша? Сохранить и выйти. Кому-то там хотелось, чтобы, вернее, бойбаба походила. Вот как-то так. Так, боевой информационный центр. И это была 26-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 3. С вами был Гарыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.